В Общественной палате Карачаево-Черкесской республики прошло заседание комиссии по вопросам здравоохранения и защиты прав инвалидов. Тема круглого стола – вакцинация от COVID-19, безопасность и здоровье граждан. Подробности в репортаже Аслана Гирюгова. В начале заседания участники выслушали доклад заместителя министра здравоохранения Карачаева-Черкесии Динары Камрузаевой, в котором было отмечено, что в нашей республике вакцинируется намного меньше людей, чем в других регионах. Всего в 2021 году планируется поставка более 17 тысяч доз вакцин от коронавируса. Никто ведь не говорил, что коронавирусная инфекция все-таки перестала существовать, да? Кроме этого, мы видим, что происходит во всем мире. Во многих странах мира третья волна уже имеет место быть. И, естественно, учитывая активность нашего населения путешествовать, будь то какие-то рабочие поездки, будь то частные, мы, к сожалению, под угрозой, и рост заболеваемости неминуем, если мы будем продолжать жить в этом ритме. Также было отмечено, что многие люди не верят в эффективность вакцины, но в начале пандемии многие также не верили в существование коронавируса, что привело к большому росту заболеваемости. Сегодня можно услышать такие слова: легче переболеть, чем сделать прививку. Но практика показывает, что у многих людей болезнь протекает в тяжелой форме, вызывая самые разные побочные эффекты. Мы вернулись ровно к тому, как мы не верили в коронавирус, и те же самые социальные сети, когда мы говорили: будьте осторожны, не ходите, не выходите, а соцсети говорили, что мы обманываем, ровно к этому же мы пришли. Сегодня у нас самая эффективная в мире, единственная вакцина со 100% доказанной эффективностью – «Спутник Ви». У вакцины «Спутник Ви» есть противопоказания. Прививки нельзя делать людям младше 18 лет и тем, кто в последний год перенес инфаркт или инсульт. Также она запрещена при острых инфекционных и хронических заболеваниях. Очень важно ответственно подойти к данному вопросу, проконсультироваться с врачом и при необходимости сделать прививку от коронавируса. Аслан Гирюгов, Рашид Тока, Вести, Карачаево-Черкесия.